Приветствую, дорогие друзья, всех на моем канале. Давайте посмотрим послание вам от духов рода сегодня на 30 число. Что хотят передать духи рода, что рассказать, о чем предупредить, что посоветовать. Кто первый раз будет смотреть видео на моем канале, неважно в какой день, да, это просто послание вам сегодня. А применять какие-то советы, что-то делать, это можно в любой день. Ну вот сегодня будем искать карту предков. Буду смотреть на оракуле полнолуния. Вчера было суперлуние, энергии очень сильные. Ищем карту предков. Хотят сказать сегодня предки, передать, рассказать. Ну, смотрите, тут на дне колоды здесь карта силы. Показывает ваши силы, ваше движение вверх. Знаете, словно кто-то даже обрел дар здесь. Вышел из какой-то ситуации подчинения, разбитого сердца, какими-то темными энергиями. Сильные люди смотрят, показывают прямо карта силы. Выход уже ваш из тяжелых ситуаций. Давайте смотреть. Бумеранг. Предки. Труд. Кража. Знаете, здесь кто-то действительно хотел вашего какого-то подчинения. Могу сказать так. Здесь словно, знаете, подчинение забрать ваше, чтобы вы не могли двигаться, продвигаться вперед. Здесь этот период заканчивается. Здесь идет бумеранг. Бумеранг людям, которые, знаете, вот по энергии, действительно, вот благодаря какой-то вашей силе, кто-то делал чистки огнем, кому-то совет их сделать. Карта огонь выходит. Здесь прямо бумеранг идет людям, которые, ну, не желали здесь вам ничего хорошего. Благодаря своей чистоте, умеренности, вы с этим справляетесь. Вы выйдете из запутанной ситуации, и туда запустится бумеранг. Здесь словно, знаете, кто-то хочет присвоить ваше. Вот смотрите, карта труп и кража. Аккуратнее, вот здесь хотят предупредить. Как будто здесь хотят, могут быть на работе обманы. Внимательно. Ваши какие-то заслуги хотят как присвоить себе. Ну, здесь однозначно идет бумеранг. Преодолеете вы. Так что вот такое сегодня послание от духов рода вам. Будьте повнимательнее. Смотрите, труды и кражи. Какой-то обман, может быть. В плане денег, в плане финансов, на работе. А здесь вы как запустили, знаете, это вот как, ну, это как отдельное, да, какое-то вот немножко такое вот связано с финансами, с работой. А здесь как будто запущен бумеранг. Знаете, как кто-то попадает. Вы из сети из этих выходите, а кто-то попадает в эти сети.
Смотрите, люди какие-то под масками здесь. Может быть, возможно, несколько человек, считающие вас легкой какой-то добычей. Святая вода. Святую воду пейте. Ну, вот почему-то святая вода практически каждый раз послание. Кому-то чистки огнем. Знаете, вот как здесь еще совет, если кто-то может, тут, к сожалению, приходится мне говорить, не злоупотреблять алкоголем, какими-то спиртными напитками, быть умеренным. Вы выйдете из этих сетей. А бумеранг уже запускается. Вот такой был расклад на сегодня. Предупреждение. Смотрите вот внимательно. Финансы. Финансы, работа. Вот что-то здесь какая-то есть загвоздочка. До следующих видео. Будем завтра смотреть, что еще подскажут, посоветуют. Кому-то чистки огнем, смотрите. Просто на огонь свечку зажечь, сжигайте свечи, молитвы. Но бумеранг идет за какой-то ваш, как вы знаете, как какой-то подчин. Кто-то очень властный, кто-то вот такое ощущение, что человеку идет. Смотрите, карта справедливость по справедливости. Вот такое было послание. Всего вам доброго. До следующих видео.